Новый депутат горсовета отрицает приписанную ей карьеру танцовщицы в ночном клубе Екатерина Маленьких, которую некоторые омские СМИ заподозрили в зарабатывании денег танцами, опровергла эти слухи. Скандал разразился после того, как в прессе появились снимки откровенно одетой 25-летней девушки, прошедшей в Омске городской совет. Екатерина Маленьких получила депутатский мандат ушедшего в ЗАГС собрания Антона Берендеева. В горсовете она пополнит фракцию ЛДПР. Сейчас Екатерина служащая банка и говорит, что никогда не работала танцовщицей. По словам девушки, снимки взяты с ее старого аккаунта в соцсети. Екатерина Маленьких состоит в ЛДПР уже 7 лет. В своем новом политическом амплуа девушка намерена заняться вопросами экологии и спорта. В первую очередь это были костюмированные вечеринки за счет того, что вход был бесплатным. Это было студенческие годы. Мы с друзьями часто приходили в костюмах. По поводу того, откуда эти фотографии появились, я могу сказать, что, вероятнее всего, эти фотографии были с моего старого аккаунта сняты. Этот аккаунт уже заблокирован, то есть я к нему доступа не имею. То есть он был заспамлен, поэтому я создала потом новую страницу. Но так как ранее, то есть я не скрывала этих фотографий. Для меня это, я считаю, что это не востребовано, потому что то есть я не предвидела того, что то есть, да, в ближайшем будущем я все-таки стану депутатом городского совета.